В спорткомплексе «Старт» прошел ежегодный чемпионат по пауэрлифтингу. Спортсмены выполнили упражнения жим-лежа. Сразиться за звание чемпиона решили атлеты из Нарьян-Мара, Нельминоса, Красного и других населенных пунктов округа. Федерация пауэрлифтинга по Ненецкому автономному округу – организатор соревнований. Жим лежа – это одно из упражнений пауэрлифтинга, где спортсмен на горизонтальной скамье должен вертикально опустить и поднять штангу. Минимальный заявленный вес составлял 50 кг, максимальный – 165,5. В открытом кубке приняли участие 44 юноши и одна девушка. Победители северо-запада. Очень приятно, что вернулись ребята, которые уже больше 10 лет не участвовали. В прошлом они побеждали и на Архангельской области, многократные победители окружных, городских и зональных соревнований по пауэрлифтингу. Участники в 10 весовых категориях выполнили по 3 подхода с заявленным весом. Это непростые ребята, они все разрядники, есть и кандидаты в мастера спорта. Один из них – Зырянов Евгений, уроженец Нарьян-Мара. Спорт пришел по приглашению тренера 5 лет назад. Выступил на первых соревнованиях в Норде, на вторых, и как-то сумма стала расти. Понравился вид спорта, что ли, нашел себя и начал заниматься. Официально являюсь, у меня имеется первый спортивный разряд по пауэрлифтингу, это силовому трудебу и штанге, а в соревнованиях неофициального уровня выполнял нормативы кандидата мастера спорта. В этом кубке Евгений взял вес 130 кг, в категории до 83 кг – Болдинко Руслан. Официально лучший результат 165,5 кг выполнил Анатолий Афанасьев. Награждение победителя состоится в детско-юношеской школе «Старт» 1 марта в 17 часов. Дмитрий Марков, Антон Выдряков, телеканал «Север».